Угроза катастрофы. К Земле летит огромный астероид. Диаметр 40 метров. Он в два раза больше челябинского метеорита. Астероид может столкнуться с планетой 12 октября. Если небесное тело упадет на Землю, человечество ждет катастрофа. Но вероятность встречи крайне мала. Об угрозе первыми рассказали уральские ученые. Сейчас информацию подтвердили и в НАСА.